Положительные результаты 2015 года компании Endeavor Silver. Endeavor Silver предоставила отчет за 2015 год. Объемы производства серебра превысили запланированные, которые каждый год составляли 7,2 миллиона унций. А объем произведенного золота уменьшился на 5% и составил 60 тысяч унций. Условный объем производства серебра составил 11,4 миллиона унций при коэффициенте соотношения серебра к золоту 70 к 1. Год компания завершила с убытком в 150 миллионов долларов, включая 134 миллиона снижения справедливой рыночной стоимости в шахтах «Эль Кубо» и «Баланитас». Размер прибыли до уплаты налогов сократился на 20% до суммы 34,1 миллионов. Оборот наличных операционных средств увеличился на 20% до суммы 35,2 миллионов долларов. Доход сократился на 7% до суммы 183,6 миллионов. Денежные затраты превысили ожидаемые объемы на 1% и составили 8,39 долларов за унцию серебра. Полная себестоимость не оправдала прогноза, сократившись на 7% до суммы 15,62 долларов за унцию. Сумма денежных средств сократилась на 34% до 24 миллионов долларов к концу года по сравнению с 31 миллионом. Сумма заемных средств также сократилась на 24% до 22 миллионов к концу года по сравнению с 29 миллионами. Теперь компания располагает кредитом в 20 миллионов долларов сроков на более чем 2 года. 5,5 миллионов долларов Endeavor Silver получила за год путем выпуска акций через проект увеличения фонда, включая исследование Terranera. Теперь готовится рыночное предложение на 40 миллионов долларов по их 4-й шахте на этой территории. Согласно предварительным подсчетам, этот проект станет очень прибыльным. Ожидается рыночная капитализация в размере 65 миллионов долларов. 5,44 доллара за унцию составят денежные затраты, 9,16 за унцию SSI и 20% ITRR. Компания недавно сообщила о заключении соглашения с Canark Resources Corp на приобретение 100% прибыли Oro Silver Resources, дочернего предприятия во владении Canark Resources Corp. Oro Silver располагает шахтами по добыче золота и серебра и продлеваемым соглашением на лизинг обрабатывающего завода «Ла Плата» с объемом 500 тонн в день в закаты с Мексики. Endeavor платит Canark 10,5 миллионов канадских долларов путем выпуска более 2 миллионов акций Endeavor по цене 4,89 доллара, что соответствует 10-дневной средней цене за акцию Endeavor на TSX. К 2017 году, после успешной трансформации, Endeavor хочет начать совместное производство с Эль Компас в проекте открытия 5-й шахты Endeavor. В свете роста цен на драгоценные металлы, Endeavor полностью готов с улучшенной системой безопасности с сокращенными производственными затратами. Ввиду отлаженной системы финансирования, способности генерировать постоянные потоки наличных средств и цен на серебро выше 16 долларов за унцию, Endeavor без проблем сможет оперировать шахтами Terranera и Эль Компас. Это позволит компании стать одним из мировых лидеров производства сырья. С вами был Йоган Штайгер из Swiss Resource Capital при поддержке Dukascopy TV.